ваши части тела выступают не по делу. Если вируса бактерии не хотите представления, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В субботу в Самарской области ожидается пасмурная погода, осадки в виде снега, температура воздуха днем минус 6, минус 8 градусов, ночью 7-9 ниже 0. Ветер южный, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, снег, днем минус 6, ночью минус 7 градусов, южный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти тучи и снег, днем минус 7 градусов, ночью 8 ниже 0, ветер южного направления 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно, пройдет небольшой снег. Днем минус 8 градусов, ночью минус 9, ветер южный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 81%, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.